В 2022 году планируется реализация нескольких проектов за счет доноров. Это стратегические дороги, такие как Бишкек-Карабалтама, Дания-Джалабад, альтернативная дорога Север-Юг, Эпкин-Башку-Банды и другие. После их строительства дороги проверяются на дефектное содержание. За любой дефект или изменение в структуре дороги, возникшие после строительства, в течение 3 лет подрядчик несет полную ответственность и обязан устранить недостатки. Бишкек-Карабалта финансируется Азиатским банком развития. Участок Мадания-Джалабад финансируется Евразийским банком развития. Участки Север-Юг, Балыкчы, Кочкор и Эпкин-Башкованды финансируются Азиатским банком развития. И также есть 2 фазы Север-Юг альтернативной автодороги. Они финансируются Эксимбанком Китая. С 1996 года по сегодняшний день в Кыргызскую республику было привлечено более 2,5 миллиардов долларов США на реабилитацию, реконструкцию и строительство автомобильных дорог. Но долги не лучшим образом влияют на экономическое развитие любого государства. В Минтрансе пришли к выводу, что для создания развитой дорожной сети невозможно получать бесконечные кредиты у международных финансовых институтов. Ну, во-первых, я хочу отметить, что Кыргызстан бесконечно не может получать различные иностранные кредиты на строительство и содержание автодорог. Поэтому принято решение о создании дорожного фонда, в который будут аккумулироваться, значит, средства от сбора за, значит, от автотранспортных средств, в том числе от грузового автотранспорта, а также от автобусов. То есть эти средства, вот эти, которые намечены, они будут аккумулироваться у нас в дорожном фонде, и потом эти средства будут затрачиваться на строительство и, значит, содержание автодорог. Согласно принятому документу, сборы будут осуществляться информационной системой, исключающей участие человека. Для внедрения данной системы потребуется год, и уже начиная с 2023-го будут взиматься сборы в размере 30% от установленной суммы оплаты за проезд для грузового транспорта и пассажирского. В этом году мы утвердили положение. И Министерству транспорта поручено в течение года осуществить отбор частного партнера в рамках государственно-частного партнерства. То есть в течение года мы должны все вот эти действия провести. А сейчас мы только утвердили размеры для того, чтобы, во-первых, эти нормы, они есть, мы должны были их реализовывать, а во-вторых, для того, чтобы частный партнер потенциальный, который придет, чтобы он как-то мог рассчитать стоимость своих затрат. Тарифы для грузового транспорта и автобусов, зарегистрированных в Кыргызстане и иностранных государствах, предусмотрены следующие выплаты. Автобусы от 10 до 20 тыинов за километр. Грузовой транспорт от 1 сома 20 тыинов до 8 сомов 30 тыинов за километр в зависимости от тяжести транспорта. За счет этого власти ожидают ежегодное поступление в бюджет в размере 2 миллиардов сомов. Для создания и поддержания дорожной инфраструктуры в стране на должном уровне средств, выделяемых государством из бюджета, недостаточно, но работа все равно проводится. Так, за прошлый год были отремонтированы внутренние дороги в населенных пунктах. Было уложено асфальтобетонное покрытие на 65 километрах дорожной сети и на 95 километрах гравийное покрытие. Ну, как вам известно, да, вот 2020-2021 год из-за пандемии наш бюджет был сокращен на 70%, но в прошлом году, несмотря на это, нам было дополнительно выделено денежных средств. Вот, нами была проведена работа как 65 километров устройства асфальтобетонного покрытия, а также 95 километров гравийного покрытия уже устроено. Отметим, что впервые в стране отечественная компания приступила к реконструкции крупной автомагистрали Балыкчы-Боконбаев-Каракол. Проект инициирован президентом Садыром Джапаровым и финансируется компанией Кумторголд Компани. В этом году 20 километров и 141 километра дороги будут полностью введены в эксплуатацию. Юлия Ценко, Медина Талайбек Кызы, Улугбек Абдиев, ЛТР, Бишкек.